Ну что, хорошая у меня теория. Думаешь, это они? Да нет, это просто лига мясников, которые тренируются здесь по вторникам. Каков будет наш план? Даниэль, что ты делаешь? Поздороваемся с ними. Они нас запомнят. Они нас не забудут. Не говори глупостей. Они меня узнают наверняка. Даниэль, они же видели меня в багажнике. Надень это. Черт. Так нормально? Ты великолепен. Эй, педики, как дела? Воображаете себя Шумахерами? Ну и как езда на трассе, нормально? Что у вас за гоночные машины? Мерседесы? О-ля-ля. А они тоже считаются машинами? Послушай, он умеет играть немецкого зайца? Я его научу. Дай мне 500 франков. Может, мне лучше выйти? Да нет, ты увидишь, я уверен, что они азартные игроки. Итак, игра в зайца. 500 франков тому, чей капот окажется впереди моего после двух кругов. Один плюс один. Считать вы умеете? Поняли? Деньги нас не интересуют. Я сказал 500, потому что мне неудобно брать с вас больше. Но турист, которого не обманули, это не настоящий турист. Послушай, на втором круге посмотри в зеркало. Меня уже может и не оказаться сзади. Зачем тебе бесплатно делать лишний круг, милашка? Спасибо, девочки. Исчезни. Живо. Ладно. Не скажу, чтобы мне было скучно, но мне надо заехать в гараж. Не знаю, что сегодня с моей тачкой. Не хочет ездить. В случае, если захотите взять реванш. Держи свои 500 франков. Что теперь будем делать? Поехали, выпьем. Французы.